Тихоокеанский флот России пополнился новейшим спасательным аппаратом. Уникальный глубоководный батискаф последнего поколения может погружаться на 700 метров. Он располагает самыми современными системами автоматического управления и навигации, специально разработанным двигателем и рулевым комплексом. Кроме того, аппарат прямо в подводном положении можно пристыковать к терпящей бедствия субмарине для эвакуации моряков. Аппарат имеет глубину погружения, достаточную для оказания помощи любому терпящему подводному кораблю, может брать на борт до 22 человек спасаемых. Главная такая фишка, что ли, этого аппарата в том, что на нем впервые установлена система автоматической посадки, позволяющая в автоматическом режиме без участия экипажа садиться на аварийную подводную лодку. Это космические технологии, которые перекочевали под воду. Батискаф уже заступил на дежурство. Он проработает на различных кораблях аварийно-спасательного отряда, а затем будет приписан к судну «Игорь Белоусов».